для начала надо отучиться в мотошколе и сдать на права, чтобы хоть понимать какие-то правила, знать что. Ну, наверное, в первую очередь это мотоэкипировка, потому что это безопасность. Случаи бывают разные на дороге, как говорят, если не ты, так тебя. Надо себя обезопасить. Конечно, шлем, черепаха, перчатки, колени, мотоботы. Учиться не надо сразу залезать на какой-то там дорогой спортивный мотоцикл. Начать что-нибудь поменьше. Соблюдать правила дорожного движения. Скоростной режим. Смотреть по сторонам. Ну, хотелось бы дать женщинам, которые садятся за руль, совет, это не проявлять эмоции. Расстроена, кто-то обидел, не садись за руль, подожди, успокойся. На дороге не злиться, не давать волю эмоциям, всегда оставаться холодным. Главное для начинающего байкера не быть шумоголовым, быть спокойным на дороге, трезво оценивать ситуацию на дороге, не торопиться. И желаю, чтобы всем в этом году, в этом сезоне сопутствовала удача.